Новосибирске начали по заявкам подключать к теплу социальные объекты. На сегодняшний день уже поступили почти 150 запросов от детских садов, школ и медицинских учреждений. Большая часть заявителей тепло получили. Как сообщают сибирской генерирующей компании, ТЭЦ и теплосети мегаполиса к отопительному сезону готовы. Специалисты провели все необходимые ремонты и испытания. Теперь энергетики ждут подписания постановления о начале отопительного сезона мэром города.